стали зачинені. До супермаркетів, якщо чесно, трохи лячно ходити, бо ти розумієш, що можеш заразитися. І що тоді? І залишається сидіти вдома, дивитися улюблені серіали і їсти смачнющі бутерброди з сосисками чи ковбасою. Ні, ні і ще раз ні. Слухайте, скоро літо. І що ми будемо робити після карантину, як ті медведі викочуватися з берлоги? З експертами, як завжди, вирішили прийти вам на допомогу. І поговорити про здорове харчування та правильні тренування під час карантину та психологічний стан. Ну, на всяк випадок, щоб ви вижили після карантину і не розлучилася зі своїми коханими, не дай Боже, або просто не посварилася зі своїми рідними. Тому слухайте уважно, буде цікаво та інформативно, не перемикайтеся. З вами жіноче ток-шоу 3G+M і знову на зв'язку я, Катя Лунгул. Розпочинаємо! Зараз скажу вам просто геніальну річ. Для того, щоб схуднути, треба, щоб у нашому організмі був дефіцит калорій. А де ж взяти цей дефіцит калорій, сидячи вдома на карантині? Про це сьогодні також дізнаємось від наших експертів. І ось з нами вже на зв'язку перші експерти. Це Світланочка Горячова, сертифікований дієтолог. Світочка, привіт! Катіка, привіт! Привіт, наші зрителі! Я дуже рада тебе бачити. Поділись, будь ласка, розкажи, як тримаєш під час карантину себе в тонусі? Що робиш? Первое – сбалансированное питание и пятиразовое питание. Я позволяю себе 5 раз питаться, потому что вижу тенденцию такую у своих клиентов и у своей же семьи, когда бегают на кухню что-нибудь перехватить. Перехватить – это не перекус, это очень страшно. И когда ты в течение 2,5-3 часа делаешь прием пищи, в принципе, ты можешь продержаться до ужина, до обеда и нормально себя чувствовать, и держать форму полностью в норме. Мое меню сбалансировано полностью по макро- и микроэлементам. По БЖУ также, по калорийности. Для того, чтобы соблюдать вот эти вот пропорции, вот эти формы, которые на сегодняшний день у меня есть. Дальше. Питьевой режим. 30 мл воды на килограмм живого веса для женщины и 40 мл воды на килограмм живого веса для мужчины. Дальше. 8-часовой здоровый сон. Это очень один из важных моих пунктов, потому что я его придерживаюсь, и от него зависит мое самочувствие. Какой я встану утром, раздраженный или спокойный? Какой я буду целый день? То есть мне нужна энергия, при том, что я сижу дома. Поэтому я стараюсь высыпаться. 22 часа у нас отбой, мы всегда ложимся спать. Если старшая немного может зависнуть в интернете, то в принципе меньше и я, мы стараемся дисциплинированно выполнять этот пункт. И, конечно, физическая активность. Моя меньшая дочь, самая меньшая, вот она, да, видите ее награды, она гимнастка. И каждый день мы делаем фотоотчеты, видеоотчеты, посылаем тренеру, как она занимается. Почему бы и нам этим не заняться? Старшая дочь спросила. Она даже ей делает пару каких-то упражнений. Скажи, будь ласка, чему так важливо слідкувати за своим раціоном під час карантину? Вопрос очень больной. Почему? Потому что во время карантина многие расклеились. Две причины – психологическая и экономическая. С психологической точки зрения много появилось обязанностей, которые надо выполнять. То есть домашняя работа с детьми – это на сегодня стало очень сложно, особенно если в семье несколько человек, правда? Дальше – это готовка еды. На это время уходит готовка для себя, если ты работаешь онлайн, либо ездишь на работу, правда? И идет стрессовая ситуация, когда организм находится в стрессе, повышается адреналин, что завтра будет, а какие там цифры в телевизоре покажут, и человек держит себя в стрессе. Когда стресс длительно в организме находится, он уже превращается постепенно в кортизол. А кортизол, вы знаете, гормон долговременного стресса. Это окислительный процесс, то есть болезнь будет не за горами. И вы можете заболеть и подхватить любые заболевания. Не обязательно даже этого коронавируса, но просто инфекционное заболевание. Поэтому себя надо держать всегда в позитивном настроении.
З нами також на зв'язку один з наших експертів Альбіна Печена, клінічний психолог. Альбіночка, я тебе вітаю. Здравствуйте, дорогі зрителі. Здравствуй, Катюша. Скажи, будь ласка, як проходить у тебе карантин? Карантин для мене, як і для многих українців, як і для многого населення в мірі, це теж, собственно говоря, стрес. Да, хоч я і психолог, я вмію справлятися зі своїм емоційним станем, регулювати якими-то емоціями, але в то же время це произошло також неожиданно. И, конечно же, это показало те возможности, которые необходимо было ранее использовать, ранее запускать. Поэтому для меня это период перепросмотра, анализа и некой трансформации. Я нашла в интернете вот такую одну интересную статистику, информацию. Зараз зачитаю вам. В Китае после эпидемии стало больше разлучень, а в Париже на 40% выросли випадки домашнього насилля. Як пережити карантин сімейним парам без конфліктів і щоб все було нормально? Да, уже пройшов місяць практично карантину і можна увидеть, що во многих сім'ях наступають розногласия, недопонимання, емоції переповняють і кожен виражає свої емоції в ущерб сімейному благополуччю. И здесь важно понимать, что у каждого человека, у каждого члена семьи должны быть свои правила и обязанности. Необходимо составить некую конституцию, некие правила нашей семьи, где каждый член семьи, включая, возможно, даже кошки и собаки, будут иметь свои права и обязанности. То есть кошки и собаки могут гавкать и мяукать для того, чтобы поднимать вам настроение. Это будет их ключевая обязанность. Потому что важно сейчас распределить свой режим таким образом, чтобы сохранить то состояние, которое было до карантина, чтобы не впасть в состояние спячки, а все-таки придерживаться каких-то определенных правил. Правила подъем, во сколько ложиться спать, кто чем занимается, это распределить время согласно с детьми занятий, если это возможно. То есть выстроить каким-то образом свою жизнь, чтобы она была запланирована. Потому что практика показывает, что если мы проснулись, и у нас нету никаких планов, то, соответственно, все перейдет в покушали, поспали, посмотрели ленту, Facebook, Instagram и все. И такое состояние приведет тоже к определенным психологическим нарушениям. Поэтому режим, правила и четкие обязанности, они должны быть. Вплоть до того, что дети могут просто отвечать за чистоту рук. То есть и каждый, кто возвращается там с улицы, обрабатывать антисептиком. То есть и тогда у каждого будет значимость и при этом будет более четкий график. Конечно же, сейчас стоит вопрос личного пространства и личных физических границ. Насколько важно каждому человеку уединяться. И в такое непростое время важно создать для себя и уголок для работы. То есть, если вы работаете на удаленке, либо фриланс, либо сейчас вынуждены работать дома, чтобы это было пространство, к которому сложнее всего достучаться, если надо делать какую-то перегородку, разворачивать шкафы, делать какую-то занавес, некую штору, для того, чтобы это пространство было защищено, для того, чтобы не провоцировать окружающих к контакту и чтобы не отрывали вас от важного дела. Можно составлять в том же графике, что с 10 до 13 мама, либо же папа работает, это пишет некий листочек и выставляется стороной к окружению для того, чтобы можно было как-то систематизировать взаимодействие внутри семьи. Ви, як я, відрощуєте волосся, але кінчики посічені, тоді вам до салону 100% краси, які допоможуть зберегти ваше здоров'я і зробити перефрез. Здається, правильно сказала. Подивіться, як я робила цю процедуру. Меня зовут Елена, я являюсь мастером-технологом Центра здоровья волос. Сегодня мы вас ознакомим с процедурой перофорез, которая известна в народе как стрижка огнем. Эту процедуру мы будем делать на специальной маске, которая позволит нам убрать посеченные концы по всей длине волос, напитает и придаст блеск. Для процедуры нам понадобится сама маска, спирт и огонь.
уже вымыли волос специальным очищающим шампунем и приступили к нанесению специальной маски для процедуры. Данную процедуру мы делаем только в салонах у проверенных мастеров, у которых есть сертификат о прохождении, о обучении данной процедуре. Должно быть правильное соотношение препаратов, которые мы наносим на волосы, чтобы не было в дальнейшем возгорания наших волос. Это нужно делать правильно. Для чого робиться ця процедура і чого волосся стає більш живим? Від чого? Під воздействием тепла відкриваються чешуйки волос. Соответственно, когда они открыты, маска, препараты глубже проникает в сам. А, и от этого волосся живется. Вже на зв'язку Юлічка Пилипенко. Вона з нами поділиться та розповість, чи зачепив якось карантин її відносини з другою половинкою, з її чоловіком. Юлічка, тобі привіт. Розкажи, як в тебе справи? Мені кажется, що у мене на карантині обострилось і слух, і зрение. Тому що я почала замечати такі странні речі, як що мій молодий чоловік дуже довго моє посуду. Или, например, он неправильно поставил чашку. И так далее. Например, я вообще не понимаю, как мой молодой человек жил без меня вне карантина, потому что у нас день начинается с того, что Юля, где лежат мои носки, Юля, где лежит моя майка там или еще какие-то его вещи, и без меня это, мы не можем ничего взять, найти и так далее. Понимаю, что обязанности по дому распределены неравномерно. То, что я делаю как девушка больше, чем он, и начинаются, возможно, вот на этой почве тоже какие-то обидки маленькие, конфликтики. Ну, потом ты начинаешь нагружать человека, и тоже начинается возмущение. Я что, должен это делать? Почему я больше это делаю? И начинаются споры. Кто что больше сделал? А я вот пошел в магазин. Тебе меня не жалко, а вот ты ничего не сделала. А вот я теперь, например, я пошел в магазин, а я мыть посуду сегодня там не буду. Очень сильно сближает, потому что ты начинаешь как-то друг к другу больше прислушиваться. И, знаете, это, знаете, такой период притирки, у кого не было, вот этот как раз, вот сейчас это идеальный повод, чтобы понять, что это за человек, кто с тобой живет и как нужно строить дальше отношения. Мне кажется, карантин по своей как-то мере, он идет на пользу, потому что люди начинают понимать больше друг друга, и я думаю, что все будет хорошо. Безусловно, немаловажный факт – это взаимоотношения в семье, то, как мы выражаем свои чувства, эмоции. И именно сегодня тот период, когда важно научиться эмоциональному интеллекту, когда важно понимать, что внутри меня происходит. Я сейчас злюсь, я гневаюсь, я раздражена, я волнуюсь, переживаю, мне тревожно, мне волнительно. И эти чувства озвучивать своему партнеру, озвучивать, возможно, своему ребенку, если необходимо. Либо же учить ребенка не просто говорить, почему мне не купили какую-то игрушку, а говорить о том, что мне жаль, что я понимаю твои чувства, я разделяю, я понимаю, насколько это для тебя важно. Но сейчас в мире происходит такая ситуация. Я ценю твое желание, для меня оно тоже важно. Говорить партнеру о том, что я волнуюсь, я переживаю за наше финансовое будущее. Я волнуюсь, что у нас не хватит средств еще на один месяц существования, а не просто проявлять какую-то претензию. Важно понять, что в момент карантина на самом деле обостряется все то, что откладывалось в долгий ящик. Все то, на что мы не смотрели, закрывали глаза,
то и проявляется. Есть такое понятие, да, где тонко, там и рвется. То есть карантин как некая диагностика, то есть кризис как некая диагностика, что на самом деле происходит внутри семьи, какие есть разногласия, на каких ценностях вы не сосходите, нет у вас этого совместного обоюдного видения будущего. То есть это было и до карантина. Карантин просто это проявил и показал. Потому что раньше у нас была возможность сбежать на работу, насытиться где-то увлечениями, хобби, спортом, фитнесом, какими-то дополнительными увлечениями и приходить домой ресурсно, чтобы можно было это как все пережить. А сейчас мы 24/7 со своей основной проблемой, которая не решалась долгое время. И важно здесь озвучивать, вот, научиться разговаривать друг с другом, научиться в этот период быть единой командой, создавать какие-то командные действия. Вот да здравствует лепка пельменей, вареников, потому что это и мелкая моторика снятия напряжения, и в то же время это возможность взаимодействовать, то есть объединиться. Сейчас сказать, мы команда, вместе мы справимся. Если вместе каждый будет отвечать за определенную задачу, вплоть до того, что каждый будет отвечать за утренний настрой. Кто будет утром задавать эмоционально положительное настроение? То есть как бы ни была сейчас критичная ситуация, всегда есть в мире, продолжают рождаться дети, есть какие-то позитивные события, то есть которые нам необходимо сейчас получать в большем объеме, нежели это было ранее. То есть сейчас необходимо держать свой фокус на других эмоциональных реакциях. З нами на зв'язку Оксана Балашова. Вибачте, можна я прочитаю, бо я просто не можу запам'ятати її правильні регалії. Спортсмен Федерації бодібілдінгу України, фіналістка чемпіонату України 2019 року та нутриціолог. Привіт, Катюш. Привіт, наш зритель. Оксаночка, привіт тобі. Також, Оксаночка, поділись, будь ласка, як проходить твій карантин, як ти тримаєш себе у тонусі? Для мене карантин зараз це можливість сказати собі стоп. Можливість зробити для себе паузу, зрозуміти, в тому направленні ти йдеш чи ні. Для спортсмена, потому что я являюсь спортсменом, тоже очень важно отдыхать. Но спортсмены — это очень волевые люди, которые мало когда хотят сделать стоп, они всегда идут на достижения, они всегда хотят сделать больше, какую-то поставить планку себе и стремиться к ней. Поэтому сама Вселенная сказала «стоп». Нужно отдохнуть вашему организму, нужен немножко релакс или смена обстановки, смена нагрузки и так далее. Оксаночка, таке питання. Чому зараз усі різко почали займатися спортом? Ну, куди далеко ходити? Живий приклад я. Напевно, роки 4 я не займалася спортом. Ну, не було часу, було ліньки. Зараз я кожного дня тренуюсь, дивлюсь за своїм харчуванням, бо я розумію, що я можу просто бути як такий великий колобочок. Але все ж таки, чому навіть прихильники нездорового харчування почали тренуватися? Во-первых, почему нужно сейчас заниматься спортом? И как мы видим в многих соцсетях, да, там Instagram, Facebook, начали выставлять видео своих тренировок, спортсмены, тренера, просто люди, которые никогда этим не занимались. Для чего это нужно? И для чего они это делают? Для того, чтобы в обыденной жизни у нас очень большая активность. Мы постоянно куда-то бежим, мы постоянно куда-то двигаемся, у нас там активные тренировки, либо более активная жизнь, чем сейчас. Сейчас мы сидим дома, и понятно, что активность наша уменьшилась. Соответственно, кушать-то хочется, нужно создавать дефицит калорий. А как же его создавать, если мы с дивана практически не встаем? Поэтому нужно стремиться заниматься какими-то физическими нагрузками для того, чтобы вот создать вот этот дефицит калорий, да, или же хотя бы просто вровень, то есть то, сколько ты расходуешь калорий, и то, сколько ты в себя принимаешь, то есть кушаешь, да, с пищей, хотя бы пусть это будет наравне. Вот поэтому все начали заниматься активно спортом, даже люди, которые там не имеют отношения вообще к спорту. Свет, ты знаешь, я недавно читала, что навіть якщо ты сидишь на правильном харчуванні, сидячи вдома, але треба все одно рахувати калорії. Я не можу зрозуміти, навіщо їх рахувати.
Потому что, когда закончится карантин, вы не сможете застегнуть свои штаны, либо влезть в красивое платье, которое когда-то вы носили. Поэтому это очень важно. По очереди немножко расскажу об этом. Потому что есть много причин, почему надо следить за калориями. Потеря веса. На сегодняшний день многие столкнулись с таким стрессом, что когда в обычной жизни они жили, у них был выбор большой, да? Они могли в кафе перекусить, в ресторане поужинать. И придя домой и живя в доме, в закрытом пространстве, люди, которые не умеют готовить, не любят готовить, они сейчас страдают тем, что у них идет потеря веса. Потеря веса так же страшна, как и лишняя масса тела. Поэтому стараться себя контролировать, стараться красиво приготовить, стараться зайти в соцсети, в которых есть эти блюда, они разнообразны. И эту же рыбу, которая называется хек, которая не очень уже, в которой уже многим приелась, ее можно приготовить в таких, допустим, сейчас в марафоне с девочками мы работаем, и научила их, как хек делать в корочке из кунжута. Так это стало любимое блюдо. Почему бы это не приготовить и красиво не съесть? Если недобор по калориям будет у детей, это грозит нарушению роста ребенка плюс эмоциональному состоянию. Если будет не хватать, что ребенок будет делать? Он будет стрессить, он будет нервничать, он будет психовать. Будет окислительный процесс вырабатываться, ребенок, не дай бог, заболеет. Поэтому надо следить за калориями. Есть такие нормы, есть нормативные акты, которые контролируют нормы, да, поживчих речевин. Например, 6 лет ребенок, который учится в школе, мальчик либо девочка, килокалорий должен употреблять в сутки 1800 для того, чтобы правильно функционировал его организм, для того, чтобы росло. Полностью сердце работало, полностью кости формировали, зубки, волосы, ногти, чтобы это все формировалось. Поэтому надо следить за калориями обязательно. В интернете много калькуляторов калорий. То есть, если вы знаете свой рост и свой вес, вам несложно будет найти калорийность именно по вам. Тоже есть такие таблицы, нормы. Допустим, если 170 сантиметров ваш рост и вы весите 68 килограмм, ваша калорийность 1750 составляет для того, чтобы стабилизировать вес, не набрать во время карантина. Но если вы хотите снизить, здесь уже идет 1175, то есть 600 лишних калорий организм сам будет выедать у вас же с вашего организма, и вы тогда еще и сможете немного сбросить лишнего веса, который окажет влияние очень позитивное на ваш организм, и еще и оздоровить его. Друзі, у нас, звичайно, є відеозвернення від нашої глядачки та моєї подруги Олічки, яка поділиться з нами, як вона тримає себе у формі на карантині, чи були якісь складнощі, чи балувала вона себе якимись смаколиками чи ні. Олічка, привіт, поділись, будь ласка, своєю історією. Я, как и многие девочки до карантина, старалась сидеть на ПП, делала массажи, ходила в спортзал и все такое прочее. Но так получилось, что настал карантин, и мы, как и все, засели дома, готовка, выпечка и все такое прочее. Сидим целыми днями, смотрим телевизор. К счастью моему, у меня есть собака, с которой я хожу гулять. Ну и так получилось, что я за карантин набрала. Мой вес составлял 74 килограмма. И я думаю, так, Оля, пора себя брать в руки. Ну и так получилось, что я села на, опять же, на правильное питание. Я исключила полностью сладкое со своего рациона. Я придерживаюсь интервального питания. Я ем через каждые 3 часа. У меня хоть перекус, будь то это завтрак, обед, ужин, неважно, все через 3 часа. И после последнего приема пищи я отсчитываю 16 часов, и потом аж только у меня завтрак. Это раз. Плюс питьевой режим, плюс я занимаюсь дома. У меня, к сожалению, тренажера нет, но я приобрела себе
спортивные резинки. И я занимаюсь с ними. Иногда, когда хожу с собакой гулять, выхожу на спортивную площадку, отжимаюсь и все такое прочее. Добре, Оксаночка, давай з тобою поговоримо про спорт в домашніх умовах і як заставити себе займатися ним, не лінуватися. Что такое спорт в домашних условиях? Это тяжело, конечно, потому что когда у тебя есть атмосфера, в которой ты находишься, это спортзал, это группа там степ-аэробики или группа шейпинга, например, да, это, то есть это единомышленники, в струю, в которую ты попадаешь, ты хочешь с ними идти, ты не даешь себе слабинку сдаться. Но когда ты дома, и ты, ну, предоставлен сам себе, то есть мы как люди ленивые, это тяжеловато. Но вот у меня есть вот как бы три таких пунктика, я не исключение, что мне тоже тяжеловато, иногда мне лень это делать. Вот первое — это нужно одеть форму, то есть там спортивную форму. Второе — это одеть кроссовки, это практически уже все, ты готов. И третье, вот как я говорила, очень много роликов на Ютьюбе, в Инстаграме сейчас и так далее. То есть включи себе любую программу, любой вид спорта, там йога тебе нравится, шейпинг, какие-то TRX лямки, которые у тебя там есть, с резинками, просто со своим весом. Да что хочешь, предлагают сейчас, и занимайся. То есть самое первое — это просто снять с себя пижаму и одеть на себя форму и кроссовки. Это залог успеха. Нужно понять, что карантин – это штука не навсегда. И когда-то тебе придется выйти из дому. И хорошо, если ты пролезешь в дверной проем, и ты из него выйдешь, из этой квартиры или дома, или выкатишься. То есть нужно как бы уже понять, ты хочешь выйти красивый, стройный, войти в весну, в лето и так далее, или же ты хочешь выйти с кучей комплексов, с кучей лишнего жирка на себе, с недовольным внешним видом и так далее. Понятно, что нет. Поэтому как заставить себя? Мотивировать себя. Мотивировать себя этим, что он закончится, карантин. Мотивировать себя, возможно, какими-то старыми фотографиями, где вы там двигаетесь худенький, стройненький. Мотивировать себя, возможно, найти себе какого-то гуру, то есть, может быть, фитнес-тренера, как он выглядит, или там фитнес-модель, или неважно, просто человек, который нравится вам, как выглядит. Посмотреть на него и мотивироваться ним, что он может, почему я не могу? Я же не слабый, я тоже сильный, я тоже могу. Вот мне помогает лично мотивация смотреть на мои фотографии с выступлений. Вот когда я как спортсмен выступающий, и сейчас у меня был сезон, в котором я не планировала выступать из-за ряда там причин моих. Я мотивируюсь прошлыми сезонами. Я смотрю на себя на сцене, я смотрю на свой внешний вид, я смотрю, как я выглядела. Я не могу себе дать сейчас слабинку и сказать: Ксюша, да нет, сиди дома, кушай там все, что ты хочешь, потом как-то это все там скинем. Скидывать намного потом, ну, тяжелее, заставить себя тяжелее, выйти из этой зоны комфорта всегда тяжелее. Альбіночка, скажи, будь ласка, психологічна виснаженість, депресія під час карантину, чи може бути таке? Бо ти, я навіть іноді, знаєте, на собі відчуваю, коли наче все добре, але потім якось нагнітається в тобі ця депресія, і ти просто можеш один раз із-за якоїсь дрібниці вилити це все на чоловіка і посваритися з ним сильно. І я розумію, що проблема не в ньому, а в мені. Во время карантина у многих день повторяется как день сурка. Изо дня в день одно и то же. Проснулись, поели, поспали, посмотрели киношку, сериальчик, опять проснулись, поспали, и так идет по кругу. Безусловно, отсутствие любых движений
переживаний, и эмоциональных переживаний в том числе, они дают состояние апатии. А длительная апатия со временем, она действительно приведет к депрессивному состоянию и, возможно, даже к психиатрическим последствиям. Соответственно, что делать? Каждый день нужно испытывать эмоциональное событие, создавать те события. Здесь мы включаем, во-первых, нашу сенсорную моторику. Это ароматы, которые мы чувствуем. Это смена определенной картинки. Да? То есть у нас есть каналы восприятия, глаза, аудиально, нюх, определенные, то есть вкусовые рецепторы. То есть их постоянно нужно провоцировать. И если вы проснулись утром, несмотря на то, что карантин, важно все равно создать визуальную картинку, одеть для со своего состояния рабочего пиджак, сделать какую-то прическу, если мы говорим про девушек, да, нанести макияж, может даже как раз поэкспериментировать с чем-то. Но выполняя это ежедневно, мы создаем ритуал новых ощущений. Это в любом случае принесет нам новые эмоции. Плюс мы выпадаем из состояния пижамного безделия, пижамной апатии или еще чего-то. То есть согласитесь, когда вы оденете даже те же шпильки и сядете на рабочий стол и в пиджаке, ну уж точно вам меньше захочется залечь в перерыве на диванчик и посмотреть какую-то очередную новость. Что, кстати, новость тоже рекомендуется сейчас фильтровать. То есть убедительная просьба, отследите свои ленты в Фейсбуке, в Инстаграм, чтобы там была только проверенная информация без эмоций. Сухие факты, четкая информация. То есть каналы в Телеграме от Министерства здравоохранения, четкая информация, которая, в которой нету эмоций, нету «ага, там на Прикарпатье, а там еще что-то». Четко, где, что, сколько, когда, как делать. Составьте для себя алгоритм действий, если что-то произойдет, не дай бог, в вашей ситуации, что я буду делать, кому звонить, есть ли у меня деньги на телефоне, список ресурсных людей. То есть должны быть люди, 5-7 человек, которым я могу позвонить, если у меня произойдут какие-то кризисные ситуации, которые мне помогут. Альбіно, скажи, будь ласка, чи є серед твоїх клієнтів конфлікти на фоні фінансової нестабільності? Да, безусловно, страх потери финансов и отсутствие подушки безопасности, отсутствие работы как следствие карантина, то, с чем мы столкнулись на сегодняшний день многие. И, естественно, это вызывает тревогу и напряжение. Но важно здесь сказать себе «стоп». Да, это произошло. Что я могу сделать сегодня для того, чтобы минимализировать свой страх? То есть, если мы говорим о том, что финансовое состояние мы можем выписать себе на список все свои траты, посмотреть, что из них является обязательным, что является, можно отложить, как можно скорректировать, вспомнить, где я могу еще брать какой-то ресурс, в том числе, возможно, это где-то есть там бабушка, которая знакомая, родственница, у которой есть картошечка в погребе, да, условно. То есть какие у меня есть ресурсы, в том числе материальные, что я могу при необходимости, если станет такая потребность, я смогу продать. То есть мы не просто погружаемся в ситуацию, а вдруг это произойдет, отсутствие финансов в полном ключе. Это что я буду по итогу делать, когда это произойдет? Опять же таки, алгоритм действий, когда предупрежден, когда у нас есть некая инструкция, нам значительно легче реагировать. И эту инструкцию можно составлять с помощью Гугла. Мы можем спрашивать у друзей, мы можем прибегать к видео, которое сейчас информации очень много и достаточно для того, чтобы выбрать те шаги, которые комфортны именно вам. Света, скажи, будь ласка, одне питання дуже важливо для мене. Що треба обов'язково, і неважливо, чи сидиш ти вдома на карантині, або ти у нормальному ритмі життя, що треба виключити зі свого щоденного раціону, або, можливо, просто з життя? Звісно ж, ісключити продукти, содержащі в собі вредні вещества, які способствуют повышению кортизола, транжиры, растительное масло, фруктовые соки, говядина, потому что в ней много омега-6, которые дают воспалительные процессы, окисление, обезжиренные йогурты, которые не помогают работе с кишечником, то, что они должны выполнять, углеводы с низким содержанием клетчатки, кофеин, который притормаживает иммунную систему, который нарушает нашу нервную систему, делает ее более склонным к тому, что цифры показывают, да, смертности, и ты начинаешь уже бояться.
и повышается уровень. Если ты кофе пьешь, он вдвойне повышается. И его на период карантина можно исключить, либо добавить хотя бы одну чашечку утром. Но не забывайте о качестве этого продукта, потому что все-таки много фальсификатов производят на нашем рынке. Алкоголь провоцирует окислительный стресс в печени. Печень должна работать как фильтр. Но она и работает, в принципе, как фильтр. И она работает над всем организмом. Это фабрика по изготовлению витаминов. Не блокируйте ее алкоголем. Ищите другие способы, которые будут помогать работать со стрессом вам. Отказывайтесь, конечно, от алкоголя. Все-таки алкоголь напрямую угнетает иммунную систему. А еще он не такой чувствительный к аппетиту. То есть, когда вы употребляете алкоголь, вы можете съесть и поросенка, и не заметив это. Уменьшить стоит потребление кофеина, снова же к этому возвращусь, потому что он задерживает лишнюю жидкость. И тогда идет отечность, и тогда идет ущерб здоровью. И плюс вы увидите на весах лишние килограммы, которые вас будут ужасать, и вы будете бояться после карантина выйти вообще на улицу. Плюс нарушение сна. То, о чем мы говорили, что это важный компонент именно для того, чтобы чувствовать себя здоровым и красивым. Уменьшить полуфабрикаты. Не покупайте. Лучше в домашних условиях, лучше кусочек того мяса или рыбы, но сами приготовьте. Исключить майонез и кетчупы, которые содержат в себе глютеносодержащие продукты. Исключите соки, потому что там много сахара, а это лишние калории, которые организму на сегодня не нужны. Воздержитесь, пожалуйста, от конфет и печенья, которые продаются в магазине. В основном хочется купить много и наесться, и поэтому старайтесь покупать дешевый продукт. Дешевый продукт не всегда качественный. Организм, он как губка, он напитывает в себе. Напитывает, а потом когда-нибудь выстреливает, да, в болезни. Мы говорим, откуда вы взялась эта болезнь? Я вроде веду здоровый образ жизни. А вот-вот-вот не и неправда. Постарайтесь уменьшить количество копченых вяленых продуктов, которые являются канцерогенами для организма. Не бойтесь поправиться во время карантина, когда есть витаминные комплексы, витаминно-минеральные комплексы. Достаточно принять одну витаминку в день утром после еды. Она вот такого большого списка имеет. Это витаминка. И вы укращаете свой аппетит. И тогда вы себе позволяете съесть меньше. Потому что питательных веществ, к сожалению, в этих продуктах, которые уже хранятся долгое время, в них маловато. Плюс витамины не дадут вашей иммунной системе все-таки пострадать во время карантина. Света, скажи, будь ласка, а що треба навпаки, щоб під час карантину і просто у твоєму раціоні були які продукти? Это такие продукты. Это овощи. Это вот фрукты. Семечки, орехи, кисломолочные продукты, немножко разъясню, овощи, калий, кальций, натрий, магний и многие другие элементы поступают именно от них к нам в организм в больших количествах. Эти элементы важны для протекания всех процессов в организме. Например, в сладком перце находится двойная дозировка витамина С. При том, что сейчас идет стресс, окислительный процесс. Продуктов много углеводных поступает в организм, и это нарушает кровообращение, нарушает работу сердечно-сосудистой системы. Витамин С будет помогать разжижать вашу кровь и стенки сосуда уплотнять, для того, чтобы кровь правильно по ним циркулировала. Овощи можно готовить в любых вариантах. Либо стушить, либо запечь, либо добавить в салаты. Полностью... Когда овощи поступают в организм, работает правильная нервная система, потому что все вот эти вот расцветки этих овощей, да, вот могу показать вот такую таблицу, что все вот эти вот цвета должны на вашей тарелке присутствовать. Свекла, абрикос, тот же самый апельсинчик, тот же самый бананчик, тот же самый киви, да. Вот, например, зеленые продукты, здоровые клетки, поддержка деятельности артерий, здоровые легкие, здоровая деятельность печени. И каждый продукт, он богат по-своему, всеми витаминами и минералами. Поэтому на вашей тарелке должны находиться в течение дня максимум разноцветных продуктов. И все их можно где взять, только в овощах и фруктах. Фрукты, смотрите, они немножечко опасные, потому что они являются тоже калорийными. И если я бананы выбираю, я выбираю немножко прозеленковатые. В них больше полезных веществ того же самого калия, но меньше калорий, что позволяет себе, в принципе, чувствовать себя
неплохо. Семечки, семена льна, семена кунжута, минералы, которые в них находятся в больших количествах, это растительные продукты, они должны находиться на вашем столе. Добавьте в салат, добавьте в рыбу, добавьте в смузи, и вы будете получать суточную дозировку тех же самых питательных веществ, которые написаны в приказе по МОЗ Украины, да? Семена чиа, то есть максимально их в предостаточном количестве везде продается. Кисломолочные продукты, полноценный источник белка и кальция, необходимых нам для полноценной работы сердечно-сосудистой, костной и нервной системы, на минуточку. Все системы задействованы, если эти продукты внутри нас будут находиться каждый день. Сегодня будем делать смузи интересное, потому что оно будет немного овощное. Кормили-кормили фруктовым, теперь немножко овощным. Берем, как обычно, всегда нашу колбу с водичкой чистой. Добавляем цветную капусту, которую очень любят моя лично детвора. Огурчик, яблочко для вкусовых рецепторов таких. Капусту свежую, наверное, возьму чуть-чуть, хватит нам этого всего. Смотрите, маленький нюанс по микробиомам. Многие дети и взрослые не любят зелень есть. Но если вы будете в маленьких пропорциях добавлять их в измельченном виде куда-то в продукты питания, микробиомчик будет привыкать понемножку. И завтра, послезавтра, послепослезавтра человек уже привыкнет к этому и будет есть как обычный любимый продукт. Нашла немного в морозилке горошка зеленого, бобовых. Немножко настоялся у нас семена чиа. Тоже знаете, да, что они богаты микроэлементами, особенно калием, которые помогают работе почек, сердца. Ну, опять же, льна и кунжута буквально слегка. Детям вчера очень понравился смузи именно с цветной капустой, потому что он придавал такой вкус, как будто в смузи есть брынза, хотя ее там не было. Обязательно наш протеин концентрированный, который нам поможет белком зарядить наш организм энергией. Красиво, да, получается? Сейчас посмотрим, что получится у нас. Маша, иди, будешь снимать пробу. Лишь 20 секунд, смузи готов. Этот смузи, он идет постный, поэтому я один стаканчик отолью для себя и детям добавлю немного йогурта, кефира можно добавить для вкусового такого приятного. Можно еще немножко им добавить. И буквально на несколько, буквально секундочек, абсолютно на несколько. Второй смузи готов. Он просто для детей будет немножко вкуснее, чем тот, который я делала для себя. Приятного аппетита! Оксан, а чи є якісь вітаміни для схуднення або навіть не так, для підтримки свого імунітету та раціону вдома, сидячи на карантині? Сказать, что есть какие-то чудо-витамины, как и чудо-таблетки, которые подтянут вам попу, сделают кубики на вашем животе, сделают рельефные ваши руки, нету такого, нету такой супер-мега-пилюли, которая это все может. Самое простое, что вы можете делать для себя, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, выглядеть хорошо, лучший витамин – это кушать правильную, качественную еду. Это раз. Второе – высыпаться. Третье – просто загружать себя небольшими хотя бы физическими нагрузками. Вот мой лайфхак, ну так вот назову его, поставить себе будильник каждый там, час или полтора или два, в зависимости от того, от вашей физической нагрузки. Занимались вы вообще когда-то спортом или нет? Будильник. Прозвенел будильник, и вы делаете, допустим, минуту планки. В следующий раз прозвенел, вы делаете там 20 приседаний или 50 приседаний. Я не знаю, какая, в зависимости от, опять же, вашей физической
формы. И таким образом вы за день, даже не перестраиваясь, не настраиваясь на тренировку, вы сделаете какие-то упражнения, которые вам абсолютно не навредят, это раз. Во-вторых, повысят вашу активность во время этого карантина, да, когда вы сидите дома, это два. А в-третьих, вот будильник прозвенел, ага, все, делаю, все, ок. И как бы отговорки-то нет, дома сидишь, делай. Оксана, важливе запитання – повноцінний сон. Він, правильно, він важливий нам і для тренувань, і для правильного харчування, бо організм все відчуває. Бо це, знаєш, це реальна проблема. Я відчуваю на собі, я можу вставати о 8, о 9, о 10, навіть об 11, а потім лягати о 12 годині ночі, о 1, а іноді мої подружки взагалі о 4, о 5 лягають, бо не можуть заснути. І потім організм відчуває стрес, не може нормально спати, знову війти в режим. Полноценный сон важен всегда и везде, в любом возрасте, начиная от детей и заканчивая людьми, которые более пожилого возраста. Потому что во время сна наш организм восстанавливается, восстанавливаются наши мышцы, восстанавливается наша нервная система, потому что вырабатывается множество гормонов. И если сна нет, соответственно, человек загоняет себя в такой вот, как бы сказать, нервный криз. То есть его функции не восстанавливаются и не могут в течение дня, потом недели, месяцы работать полноценно. Поэтому сон однозначно да. И не смотрите на ночь никакие ужастики, ужасные новости, ужасные фильмы и так далее. Потому что это тоже влияет на нашу психику и на качество нашего сна. Оксаночка, скажи, будь ласка, чи можна замінити інвентар спортзалу вдома, якщо, наприклад, немає гантелей? Я зізнаюсь, я ось що використовую, не буду показувати. Це просто бутилка, такі в мене дві, по 2 літри замість гантелей. Я постійно піднімаю, щоб мишці тримати руку в тонусі. Чим можна замінити? Когда мы говорим о домашних тренировках, понятно, что не у каждого из нас есть беговая дорожка, там, я не знаю, орбитрек, там, какие-то гири, гантели там, и так далее. Но у каждого из нас однозначно есть бутылка воды, которую можно заменить как гантельки. У каждого из нас можно купить даже баклажечку воды, это 5 литров, да, она уже потяжелее, с которой вы можете там приседать, делать мертвые тяги, румынские тяги, это кто в теме, там, кто в теме спорта. У меня, допустим, есть резинки, которые тоже сейчас, по-моему, я не знаю, в этой рекламе в Инстаграме выпрыгивают каждые 2-3 сторис, которые 200 гривен там стоят, их тоже можно купить, они, ну, абсолютно не помешают, только, ну, усилят ваши тренировки. Я еще использую степпер, у меня есть просто дома напольный степпер, слава богу, спасибо муж, который мне когда-то, 3 года назад его купил, он мне, ну, очень помогает сейчас просто вышагивать шаги хотя бы, то есть быть активной в течение дня. Что еще? Такое, у кого есть скакалка, возможно, тоже, пожалуйста, прыгайте, вот как я говорила до этого, в телефоне поставьте будильник, и вот в один из того, в одно время, когда звонит будильник, взяли и попрыгали на скакалке, начали сегодня с 50, и завтра 60, и так далее, и так далее. Скакалка очень круто тоже влияет и на сердечно-сосудистую систему, и на потерю калорий, то есть активная она очень. Поэтому, пожалуйста, нет предела ничему, я бы так сказала. Світочка, поділись, будь ласка, от які головні правила готовки вдома? Можливо, не треба лінуватися і не готувати вдома якісь тефтельки на пару або капусту, салати. Ну, багато рецептів є правильного харчування, і не замовляти фастфуди з ресторанів, піци, суші і так далі. У меня в доме есть помощники, вот такие вот кастрюльки. Этой кастрюльке, вот видите, такая маленькая, это самая меньшая моя. Этой кастрюльке уже 9 лет. Она выглядит как новенькая. Самое классное в этом, почему это мой помощник, потому что она работает с системой Vitalog. Когда я в ней готовлю блюдо, она так закрывается, что работает как в печи. За 15-20 минут я могу спокойно приготовить
борщ я можу спокійно приготувати, капусняк я можу спокійно приготувати, кашу з м'ясом я можу спокійно приготувати, рибу з овощами за 15 хвилин буквально в цій посуді. Це сокращає моє час, і вона дуже вкусна, виходить з-за того, що в собственном соку готовить полностью все продукты. Второй помощник – это вот блендер, такой вот с присосками, да, с такой чашей. Это тоже. Есть что в холодильнике, достали, накрышили, перекрутили, два перекуса в день, спокойно готовы. Иногда добавляю, конечно, протеиновый порошок для своих детей, потому что все-таки, когда белка в организме достаточно, а это 1,5-2 грамма на килограмм веса, иммунная система будет сильная, кости не будут страдать, аминокислоты все будут поступать, то есть печень, все органы будут работать по часикам. Что именно по приготовлению блюд? Смотрите, жареная пища во время карантина запрещайте себе просто вот так вот. Сковородки прячьте подальше. Лучше варите, тушите, готовьте на пару. Ешьте сырыми продукты, если это позволяет. Допустим, салаты, да, готовим и запекайте в духовке. Это можно в рукаве запечь, это можно на пергаменте запечь, это можно в формах запечь. Это запеканки, которые можно делать и в которые попадает много компонентов, складывая яйцо, взбили с молочком, залили кунжутом, семенами, льнами засыпали, немного сыра нежирного добавили, зелени добавили, 20 минут и обед и завтрак у вас готовы, либо на ужин запечь такую запеканку. Это будет очень классно. Скажи, будь ласка, які головні продукти, коли заходиш до магазину, ми ж іноді все ж таки по одному рукавичках та дезінфектором виходимо до магазину, обов'язково які продукти можна купити і нам це вийде дешево та сердито, бо багато хто каже, що правильне харчування – це дуже дорого. Розкажу на своєму примірі. Я йду в магазин, раз в 3 дня составляю список. Это обязательно для меня, потому что я знаю, что когда ты заходишь, ты смотришь на эти витрины, ты смотришь на этих охранников, которые за тобой бегут, за которые за тобой наблюдают, и ты быстро в этой маске перепуганной бежишь, все хватаешь, все надо, и то надо. Нет, всего не надо. Не надо делать запасов лишних, которые на сегодняшний день во всех супермаркетах полностью вся продукция есть. Зачем мне дома хранить эти склады, разводить моль, разводить... Ну, тараканов, честно, в доме не бывает. Ну, всякую утварь кормить. Зачем? Крупы. Покупаю крупы двух видов. То есть купила два вида крупы. В течение этих 3 дней мы стараемся их использовать. Все. Потом покупаю другие крупы. Стараюсь выбирать темных сортов, потому что это более полезные крупы. Лайфхак по приготовлению каши. То есть мы замочили на ночь. Промыли хорошо, замочили фитиновую кислоту. Немножечко устранили на большом огне. Дали возможность кастрюльке закипеть, прикрутили на малый огонь, 5 минут выключаю, все, каша должна дойти с дома, а тогда она более полезная. Дальше, что не ведитесь на вот это вот, да, лучше дешевого и много, нет, выбирайте лучше по спектру. Опять же, говорила про овощи, возьмите лучше там один перец, да, либо возьмите капусты. У нас разнообразие капусты в доме присутствует каждый день. То есть она у нас в любых вариантах. Это белокочанная свежая, это белокочанная зимняя, это квашеная капуста, это цветная капуста, потому что это все полезно для организма. И ним можно наесться, если скомбинировать его немножко с нежирным мясом, с нежирной рыбой. Это все запечь, это все стушить, это все сделать суфле в блендере. Это все помогает. Помогает придерживаться стройности и придерживаться именно здоровья. Потому что с лишними килограммами можно справиться, поверьте. Обратитесь к специалисту. Он вам поможет это сделать буквально считанные недели, 10 дней. Но вот со здоровьем будет сложнее. Поэтому берегите себя, будьте здоровы, будьте всегда на позитиве. Контролируйте то, что вы покупаете, контролируйте то, что вы ложите в рот. Здоровье дается один раз, и жизнь дается один раз. Помните это. Будьте здоровы. Альбіно, скажи, будь ласка, найголовніше питання. Сподіваємось, що скоро карантин буде завершений, ми потихеньку будемо виходити на роботу, свій звичний ритм життя. І як же правильно психологічно вийти з карантину, бо багато навіть моїх знайомих звикли постійно бути у русі, зараз їм подобається, вони сидять ще вдома, спокійно дивляться за дітками, спілкуються з чоловіком, дивляться фільми, готує щось на кухні, такого раніше не було, ну там, як я, наприклад. Ось, то що робити?
Да, сейчас многие погрузились в сферу женских ролей. Мама, жена, хозяйка. То есть это так стало комфортно. Особенно кайфуют бизнес-леди, которые смогли почувствовать, насладиться этим всем процессом. И уже говорят о том, что на работу совсем не хочется выходить. И что необходимо делать? Важно уже сегодня начинать анализировать, планировать и пробовать, что я буду первое делать, когда я приду на работу. То есть я погружаю себя уже в ту ситуацию, когда я вернусь. То есть вплоть до того, что я одену, с какими коллегами я хочу быстрее всего встретиться. Те вопросы, которые в соцсетях делают, куда ты полетишь, когда выйдешь из карантина, какой первый город ты посетишь, вот точно так же погружать себя в состояние рабочей атмосферы. Как я наведу у себя порядок на столе, где я что поставлю. То есть погружать уже в это состояние. И тогда будет значительно легче. Плюс, безусловно, рано или поздно придет период перенасыщения. Это как с сезонным фруктом, допустим, тоже клубники. Если мы ее не ели всю зиму, мы, конечно, ее смакуем с удовольствием, когда она только появляется в продаже. Но со временем мы ею насыщаемся, и, конечно же, со временем приходит отвращение и перенасыщение. Поэтому я думаю, что чем больше мы сейчас будем наслаждаться, погружаться и поистине кайфовать от тех социальных и семейных ролей, которые у нас есть, тем эффективнее мы выйдем из карантина. Важно помнить, что сейчас успешным и реально выйти психологически здоровым, возможно, если вы именно сейчас занимаетесь своим психологическим здоровьем. Поэтому проанализируйте свою жизнь, какие навыки необходимо вам развить, что вам нужно в себе трансформировать, какие сильные стороны усилить, посмотреть, какие возможности вы не анализировали, в этот период не использовали, и начать уже действовать. И тогда нам будет значительно всем легче. Всем здоровья! Друзі, ми не забуваємо, що завтра велике свято – Пасха. І головний атрибут на столі – це, звичайно, м'якенька, пухкенька, з родзинками, з курагою, з чорносливом, з цукатами – Пасха. Хто встиг її зробити – молодці, хто ще не встиг, наприклад, такі, як я, у вас ще є півдня, щоб її зробити. І унікальна можливість почути рецепт смачнющої Пасхи від власниці кейтерингової компанії «Авокадо» Ірини. Не перемикайте, дивимось далі. Вас вітає Авокадо Кейтеринг, і я, Ірина Маркова. Сьогодні будемо готувати традиційну пасхальну Пасху. Для цього в нас є всі інгредієнти вже приготовані. В першу чергу ми беремо, робимо опар. Взагалі для цього рецепту нам треба 200 грам молока, для опари ми беремо десь 1/4. Трошечки. Так. Потім десь пів столової ложки цукру, 50 грам дріжджів, я їх перед цим трошки розімну. І трошки муки для того, щоб опара була консистенції десь як сметана. Після цього опару треба буде поставити в тепле місце. Бажано це те місце, де ніхто не ходить. Опара дуже не любить протягів, тому якесь тепле, комфортне місце. Якщо у вас такого місця нема, зараз уже мало хто опалює приміщення. В мене є невеличкий лайфхак. Ви можете підігріти або духовку градусів на 30 і поставити туди опару щільно закрито. Або в мікрохвильову пічку. Також прогріти 30 секунд, виключити. Поставити туди опару і залишити десь хвилин на 15. А тепер, поки опара підходить, ми змішаємо поки всі інгредієнти, щоб потім уже ускорити сам процес. Для цього ми беремо 5 жовтків. Треба взяти миску трошки побільше. 5 жовтків ми відділили від білків, які ви потім зможете використати для прикрашання пасочок. Так. Виливаємо сюди все інше молоко. Бажано, щоб воно було тепленьке, нагадаю. Цукор. Тут у нас 200 грамів. Ми вже трошки з нього набрали. Розтопили вже 100 грамів масла.
Це буквально 20-30 секунд в мікрохвильовці. Ванільний цукор. Взагалі для цієї пропорції треба сок з четвертини лимону. Але я відрізала собі третину, просто не до кінця буду вичавлювати сік. Для наповнення пасочки ви можете вибирати ваші улюблені речі. Сьогодні у мене є 30 грам кураги. Я взяла цукати, в даному випадку це ананасові, і ізюм. По вашому бажанню. Дуже смачно, хто не любить ізюм, можна його замінити клюквою замоченому в кондиції чи в чомусь такому амаретто. Це дуже смачно буде. Після того, як ми з'єднали цукор, яйце, всі, ізюм, всі ці наповнення, ми додаємо пару, а потім додамо всю іншу муку. Найголовніше, потрібно зрозуміти, чи пара підійшла. Не потрібно поспішати. Так, я забрала нашу пару з тепленького місця нашого. Вона збільшилась вдвічі десь приблизно за ці 15 хвилин. І я її додаю обережно вже, дуже обережно, додаю в наше основне тісто. Трошки вимісили тісто і зараз ділимо відразу по формам. Після цього тісто ми залишаємо десь підходити в формах приблизно від півгодини до години, в залежності від того, як воно буде сходити. Воно має зайняти повністю всю формочку і тоді ми поставимо їх в духовку. Дивіться, вони збільшились приблизно десь в 3 рази. Зараз ми ставимо в духовку на 180 градусів. Десь на 30-40 хвилин. Поки наші пасочки печуться, давайте прикрасимо, поки дві готові. Взагалі, ми в цьому році придумали такі випекти невеличкі пасочки для того, щоб люди могли, для того, щоб мами давали їх своїм дітям. Бо я знаю по своїй дитині, що в мене дитина любить вигризати лише верхню частину, де солоденькі, а знизу він не їсть. І тому дуже багато пасок псуються. Коли вони будуть маленькими, тут буде багато концентрація солодкої верхушки, і діти будуть, я думаю, залюбки це їсти. Як ви бачите, тут в мене є різні варіанти декору. Ну, будемо дивитись, що буде краще підходити до шоколаду. Взагалі прикрашати пасочки можна на ваш розсуд в будь-який колір і будь-яким декором. Це все залежить від вашого бажання і вашої фантазії. Можна прикрасити білою глазур'ю з білка і сахарної пудри, можна прикрасити, як сьогодні ми, шоколадом, можна в глазур додати якихось харчових фарбників і буде глазур кольоровою з кольоровими пасочками. Наші пасочки допікаються, ці маленькі ми вже прикрасили, тому мені хочеться сказати, що готуйте з любов'ю. Сьогодні для цього найсприятливіший день. Збирайтеся з сім'ями, будьте щасливі і гарного всім свята! Друзі, не хочеться дуже багато говорити наостанок, скажу тільки одне. Вам благополуччя, вашим рідним, близьким та друзям. Здоров'я 36 на 6, бо це зараз найголовніше. Я впевнена, що зовсім скоро ми повернемося до свого ритму життя. Головне мислити позитивно, все в нас буде добре, залишаємося вдома. Вас зі святом, з Великоднем. І давайте завтра залишатися вдома і проведемо це свято тільки з найріднішими людьми. Якщо ви хочете бути гостею наступної програми, обов'язково напишіть нам, дивіться та коментуйте програму у соціальних мережах, ми будемо дуже раді. А з вами було жіноче ток-шоу 3G плюс М, та я його ведуча Катя Лунгол. На все добре! Па-па! Thank you.